Приветствую вас на своем канале, и с вами дядя Митя. Я сейчас хочу подготовить вам такую немножечко подборочку с AliExpress. Недавно я совсем приобрел для себя электросамокат. Ну, для того, чтобы кататься на этом электросамокате и получать удовольствие по максимуму, чтобы просто ехать и кайфовать, нужно заказать некоторые товары. А особенно нужно подумать о своей безопасности. Это в голове. А вдруг мы ударимся головой? И также в свете заднем, чтобы на нас никто не наехал, так как в моем самокате нету заднего фонаря и катафоты. Но это я вам буду показывать в будущем. Но сейчас я вам хочу показать распаковочку товара с AliExpress. Все ссылки будут внизу. Не забывайте подписываться на меня, если вам что-нибудь из этого понравится. А давайте сейчас начнем, так скажем, о безопасности. Ведь безопасность должна быть везде, а особенно в сексе. Но не будем сейчас про секс, мы будем говорить только о покатушках. Скоро у нас будет лето, и мы должны все уже подготавливаться именно сейчас, потому что на улице пока что еще снег, к сожалению. Я очень-очень сильно хочу покататься, но пока мне это не удается. Но ничего страшного, я не буду горевать, я не буду плакать, потому что я жду товары с Алиэкспресса. Давайте начнем, быстрее-быстрее. Самокат. Ху-ху-ху. Велосипед, если у тебя есть, тоже не забывай. Сейчас мы будем думать о своей безопасности, как я уже сказал. И у меня в руках вот такая вот первая посылка. Интересно, что здесь? Я даже не представляю. Но я думаю, здесь находится шлем. Он очень-очень легкий. Я даже и не думал, что он такой легкий. Давайте я начну распаковывать на ваших глазах, чтобы вы посмотрели, как он упакован, не сломанный он и как он вообще. Можно ли с ним куда-то выходить в свет, чтобы не было стрёмно? Но я думаю, можно. Давайте. Он стоит всего 400 рублей. Самый дешевый у нас в Воронеже, да? Я смотрел где-то в районе 1000. Настолько же он безопасный, как там. Но это все проверит время. А давайте сейчас мы все-таки начинаем распаковку, а то я так буду разговаривать и разговаривать, пока вы меня не остановите. Все, давайте, пошли. Так, ну некоторые видеообзорщики показывают себя, конечно, вот так вот, одни руки. Но я вот подошел поближе, чтобы вы видели тоже. Давайте я ближе еще подойду и начнем все-таки эту распаковку. Та-тан! Так, упакован в такой материал, да? Ёпчель-мопсель. А вот он, сам шлем. Интересно. Просто я смотрел много обзоров, и многие говорили, то, что он лопнутый, там еще что-то. Ну, вы знаете. Я нигде лопнутости себе не вижу. Здесь у нас защелочка, все сделано чин-чинарем. Так, а что у нас? Опа, смотрите, это козырек, который вставляется вот сюда, вот. Так, давайте. Блин, прикольный шлем. Сейчас я его соберу. Я думаю, тут ничего сложного не будет такого прям. Так, смотрите, козыречек такой я собрал. Ну, выглядит нормально, что. Давайте я сейчас одену его. Тут посмотрю, это разобраться. Ага. Так. Здесь можно понять, как он должен сидеть еще. Так, ну все. Теперь я полностью защищен. Моя голова. Да вы знаете. Да мне нравится, как он сидит на голове. Я аж переживал, когда заказывал, когда начал смотреть много-много обзоров, то что шлем должен сидеть просто идеально. Но он не подходит по голове. Он сделан из пенопласта, да? Выполнен в вполне красивой форме. Теперь я буду летом ездить. Еще мы сегодня распакуем очки для велосипеда, потому что едешь, все-таки мошки летят. Но это будет все немножко дальше.
Ну чё, распаковочка номер два. И это, я считаю, тоже самая главная вещь на самом деле. Когда ты едешь за рулем своего велосипеда, самоката, ты хочешь наблюдать, куда ты едешь и зачем ты едешь. А для этого нам поможет посылка номер два с Алиэкспресса. Тут у нас находится держатель для телефона. Я считаю, это самая необходимая вещь в нынешнее время, потому что мы будем ехать, куда нам смотреть? А если музыку ты поставил, тоже ее надо перелистывать. И для этого я заказал себе посылочку номер два. Я считаю, это самая необходимая вещь. Установить ты можешь его на руль, на раму, еще куда-нибудь захочешь. Мне самому интересно, я жду не дождусь, пока ее открою. Интригующе. Давайте, я поближе подойду, как всегда, и будем распаковывать. Так. Так, посылка номер два запакованная, смотрите, так. Опа, классно. Ни хрена себе. Так, вот такая вот вещь, пупырчатая коробочка, так. Смотрите, коробка пришла не мятая, самое главное. Ее даже можно кому-то задарить. Я все ссылочки оставлю внизу. Давайте дальше начну открывать. Смотрите. Опа. Так. Смотрите, как прикольно. Здесь стоит винт. Да, и она увеличивается по нужному размеру телефона. И устанавливается на руль. Посылка номер два меня порадовала своим качеством. Как сюда крепится телефон. Сейчас я посмотрю, можно ли мой телефон сюда установить, самое главное. И как это будет выглядеть, да? Блин, ну шикарная вещь на самом деле. Так, смотрите, легко все устанавливается, да? Телефончик стоит. Главное, он в нем не болтается. Мне очень понравилось. Мне классная вещь, советую всем. Особенно у кого велосипеды, самокаты, как у меня, да? Покупайте себе. Ссылочки внизу. Распаковочка номер три. И здесь я заказал именно вещь для себя. Вы не подумайте, эта вещь не для велосипеда, а именно лично для себя. Я очень давно уже хочу немножко похудеть, сбросить немножко килограммов, так сказать. И эту вещь я заказал на Алиэкспресс, увидел, как там такой накачанный мужик стоит весь и сверкает своим прессом. И я надеюсь на будущее, то что и я буду такой же. А теперь давайте начнем распаковывать, что у меня внутри. Так, ну как поначалу, да? Вот, все запаковано. И сейчас я ее распаковываю. Так. Так. Это вот такая вот футболка. Сделана она из какого-то синтетического материала. Я даже не знаю, сейчас я померю. Она должна как бы выводить пот или потеть ты должен в ней конкретно. Она обтягивает все тело, но вонь, вы не поверите, неумоверная. Все ссылочки будут в описании. Сейчас я посмотрю, как она будет выглядеть на мне. Я заказал самый большой размер. XXL. Ну, она мне все равно мала, но я думаю, она так и должна выглядеть. То, что я типа накачан и крутой пацан. Так что, кому понравилась такая вещь, там будет внизу ссылочка. В ней говорят бегать, хорошо потеть. Вот я уже стою, и я уже весь мокрый. Так что я понадеюсь, то, что она мне поможет бросить несколько килограмм. Но мы продолжаем дальше распаковочку. Распаковка продолжается, и мы двигаемся дальше. И наконец-то я дождался заказ с Алиэкспресс. Не прошло и года, не прошел и летний сезон, и я дождался вот эту посылку. Давайте сейчас откроем ее и посмотрим, что внутри. Ну и я предвкушаю, что там может быть. Мне самому интересно. Давайте открывать, смотрите. Открываю упаковочку. Надо все мне вот так разорвать. Ага, смотрите, что у нас здесь находится.
Так, смотрите, все так упаковано. Опа-на! А это пришли мои очки для велосипеда, так как я люблю ездить на своем самокате. И туда, и сюда. А я заказал себе такие очки для того, чтобы воздух не мешал мне ехать и мушки не летели мне в глаза. А давайте сейчас проверим, как это будет смотреться вместе со шлемом, который я заказал тоже. Надеваем шлем. Шпоки. Ничего так вроде. Я бы сказал, нормально. Раз, защелкнули. Все отлично, веревочки болтаются. И сверху вот так вот очечки. Ну вообще, гламурный теперь я. Подонок. Все. О защите я подумал и головы, и глаз. А теперь я хочу открыть еще одну упаковочку с AliExpress, которая мне пришла. Шла она очень долго. Ну, я не знаю, стоило ли этого, не стоило. Я вам покажу то, что я заказал себе. А давайте открывать эту посылку. Тоже, видите, все как бы чин-чинарем. Единственный момент, так как на ощупь, да, я сразу понял то, что я немножко лоханулся. Ну, подумайте вы и не лоханитесь, как я. Так что вот так вот, смотрите, открываем тоже упаковочку. А, все, разорвали мы ее. Так, что у нас тут? Опа, смотрите, это такая штука, да, которая одевается на обувь и светится фиолетовым цветом, как? Ну, я вот, вот вам покажу. Видите, она фиолетовым светится, да? Можно сделать, чтобы она моргала. Единственное, сейчас очень у меня светло. Она моргает. В темноте она очень ярко светится, я уже проверил. Единственный момент, то, что я лоханулся и заказал ее одну, потому что я не понял, сколько их должно быть в упаковке. Вот такая вот вещь. Ну, так как я ездил на самокате, мне и одной достаточно, потому что у меня левая нога стоит позади меня, а правая, она все равно стоит на деке. Так что, как ни крути, все равно так произошло. Так что вот так вот. Всем, кому понравилась моя распаковка для велосипеда, для самоката, подписывайтесь на меня, не забывайте ставить лайки. Меня зовут дядя Митя, и всем удачи, и пока.